Здравствуйте, я Микола Руденко, и сегодня мы подробно рассмотрим, как я сделал упор для изготовления паза под комбитары. Все полностью сделано из того, что у меня было, а в основном это стекло, вот, и какие-то железки. Все. Смысл этой штуки заключается не только в упоре, в этом подшипнике и в его легком регулировании, а также еще в малой площадке, которая ходит по гитаре. Это сделано для того, чтобы компенсировать купол на деке, и особенно купол на дне, где это очень важно. То есть, какой бы купол у нас не был, предположим, это какой-то там наша заготовка, да, это вот часть дека, это обечайка, все нам нужно выбрать. Здесь вот нам нужно выбрать, получается, кант, и вот гитара, получается, идет и касается только к самого краю, и все. То есть нам уже не важно, как здесь, какой начинается купол. А вот здесь вот по самому краешку, даже если здесь будет какой-то купол, начинается от самого края, даже если здесь будет какой-то перекос, он будет очень маленьким. Вот. И не будет каким-то образом влиять на размеры пазы. Это классическая схема, которая полностью убирает эту проблему. Как помеха, создаваемая куполом деки и дна для изготовления паза. Вот. Плюс она постепенно поднимается. Видите, она постепенно заходит на это. Это чтобы здесь, когда у вас все под весом, все под фрезером, когда не очень все хорошо видно, чтобы ваша гитара, которая сюда так заходит боком, она там чуть не мялась, не ударялась, а легко заходила на фрезу. Значит, эта штука, вот, я ее просто нашел. Это блендер, и вот у блендера часть была вот такой вот формы. Она пустотелая, я заполнил ее вот через стекло. Видно, не видно, это вот желтое такое вот что-то внутри. Заполнил смолой для того, чтобы придать жесткость этому пластику, чтобы он как-то не смялся лишний раз. Там засунул сюда вот эту втулочку. Вот. Подготовил, в общем, она стала жесткая эта штука. Установил ее на пластину оргстекла. Все вот это. Основное. Здесь какие-то дырочки сверлил, но это вы все вы сами понимаете, это в общем как бы у каждого получается по-своему. Тут тоже вот какие-то крепления, чтобы закрепить этот упор. И здесь переход. Здесь, так как у меня была здесь ступенька, я решил сделать такой совсем плавный переход, чтобы уж точно ничего нигде у меня нигде не задело. Тоже вырезал из пластмасса такой вот колечко, приклеивал его сюда, на суперклей, все хорошо клеится, и снял здесь вот так, чтобы совсем ничего здесь не было, никакого упора, и внутри этого колечка утопилась уже, получается, ступенька вот этого пластика. Но вы можете сделать все по-своему, то есть вы можете сделать внутри стекла какое-то углубление, ну, в общем, думайте сами. Вот. И, собственно говоря, самая важная часть – это вот движение этого упора, вот, в которую вмонтирована втулочка, вот в нее вкручивается вот этот винт. Вот винт, который, собственно говоря, вот здесь вот регулируется. И вот этот вот винт, вот внутри вот этого, вот этой части, установлен вот подшипник. Вот, то есть я уже, к сожалению, из-за того, что делаю это, повторюсь, летом того года, я немножечко забыл, как сделано, как я это делал. Это, собственно говоря, для гитарного мастера не должно быть большой проблемой будущего продумать всю вот эту последовательность сборки. Смысл заключается в том, что вы должны не четко там все измерять, а подгонять детали по ходу сборки. Это, так сказать, нарушение правил взаимозаменяемости, но нам это не нужно, потому что надо будет что-то изменить, надо будет что-то исправить, вы просто изготовите эту деталь для этого дела, а не купите ее в магазине и поставите на свое место. Вот. Поэтому подгоняйте детали четко для выполнения задачи своей, и чтобы они, получается, подходили, не было никаких перекосов.
Значит, что важно? Важно, чтобы как можно меньше люфт был у этого винта. Моя вот эта втулочка длинная, видите, достаточно. И хорошо туда входит этот винт, и люфт минимальный. Ну, конечно, он какой-то есть, но он совсем небольшой. Это удобней для регулировки. Вот этот прижим просто прижимает, не дает вот этому основе вот этой выскочить отсюда. Вот эти вот направляющие вот сбоку с этого края вот, и с этого края четко подходят таким образом, что вот эта штуковина здесь вот двигается. Это все собирается прямо на вот этой основе. То есть делаем вот этот прямоугольник, делаем его максимально ровным, потому что если он будет у нас каким-то неровным, то есть толщина вот здесь вот, ширина, и вот здесь вот будет различаться, тогда при его движении у вас в каком-то месте он будет то заклинивать, то болтаться. Далее вот этот вот устанавливается сюда втулка. Тут надо тоже, конечно, постараться, чтобы все это было максимально параллельно этим сторонам, потому что если здесь будет перекос винта, то сами понимаете, что в зависимости от движения тоже будет, то что-то может заклинивать. Ну, вот. А вот эта вот часть, вот эту часть, я приклеил в самом конце. То есть сначала я сделал вот эту втулку, вот этот винт, сделал вот эту часть. Она вращается, винт вращается внутри подшипника, который находится внутри вот этой вот толстой штуки. Вот подшипник зажат, крышечка для ниши для подшипника. Вот это все внутри зажато, и это сначала не приклеивалось к этой части. То есть устанавливается винт, я его вкручиваю вот в эту втулку, прижимаю, и в этот момент я заклеиваю, приклеиваю, здесь уже укрепляю вот этими штуками, они упираются вот в эти штуки, то есть здесь очень все достаточно, вот, все достаточно крепко, то есть ничего такого не поломается, в пределах разумного, конечно. То есть зачем это делать, это как раз то, что я говорю. То есть очень тяжело просчитать, где относительно вот этой вот части надо приклеивать вот эту часть, для того, чтобы потом не сделать никаких перекосов. То есть сделайте, и эмпирическим путем у вас само по себе получается идеальное местоположение для крепления вот этой штуки. Рабочий ход центральной этой части на самом деле очень небольшой. Также я здесь установил линеечку. Здесь поставил рисочку. Очень удобно относительно ее мерить. Вы можете использовать даже штангенциркуль. То есть приклеить здесь какую-то линейку, вот такую вот, а здесь поставить риски от штангенциркуля или какую-то другую деталь, на которую вы четко поставите риски от штангенциркуля и потом прикрутите вот сюда. И тогда вы сможете с точностью до десяток двигать ваш винт. Здесь у меня подшипничек, видите, маленький. В том видео я несколько заговорился по поводу подшипничков. Смысл в том, что этот подшипничек должен быть как можно меньше. Но так как у меня фреза очень маленькая, собственно говоря, мне тяжело найти подшипник, который будет еще меньше фрезы. То есть чем меньше подшипник, тем он как-то выглядит менее надежно. Вот этот подшипник 8 миллиметров. Фреза у меня 6. Это означает, что рабочая зона у меня находится вот непосредственно так вот перед гитарой. То есть вот здесь вот я выбираю кант нормально. Если я буду перекашивать вот таким каким-то образом, то я начну выбирать уже меньше, уже не кант не на всю длину. Поэтому когда я двигаю заготовку, я должен следить, чтобы у меня шло, получается, это была, как называется, касательная к поверхности, к этой вот форме гитары. То есть раз, когда закружится в талии, ну вы во время работы вы видели, что я стараюсь крутить. Это небольшая проблема на самом деле. Собственно говоря, вот как из того, что у вас было дома, с
сделать устройство, которое позволяет делать очень точные пазы для канта и дополнительное поле для реализации вашей конструкторской мысли. Покажу еще, как крутится винт. То есть чуть-чуть приоткручиваем висот, чтобы он так не очень туго было. Так, просто раз, так, и не туго. И начинаем вращать винт. У меня здесь вот хоть так тугенько ходит. Но в тот же момент ничего не заклинивает. Вот я полностью могу освободить. В общем-то уже, ну точнее, это самое большое, это большое заглубление. Вот я могу даже довести до, в общем-то, до самого конца. Я специально, когда изготавливал, следил за тем, чтобы я мог довести максимально выйти весь размер. То есть, видите, у меня здесь вот почти не осталось никакого зазора. И выдвинуть назад. Получается мой винт. Вот сюда вот. Вот я даже думаю, что я забыл здесь даже капнуть маслицем. Капну-ка я сюда маслицем. Чтобы у меня не происходило уничтожение резьбы. Чувствуете, что стало двигаться немножечко легче. Наверное, маслица и сюда можно капнуть. Я думаю, что это не очень нужно, потому что, собственно говоря, никакого движения не происходит. Мы же просто смещаем и зажимаем. То есть это у нас, на самом деле, то, сколько я сейчас прокрутил, это, наверное, на 10 гитар. Такая же практически втулка, как вот эта, вот. Вкручивается сначала вот с этой стороны. То есть, на самом деле, во время сборки этого всего поймете, что здесь немножечко мешает. То есть, когда здесь это вставляешь, тут этот винт, как-то немножечко все мешает. Плюс еще и после того, как приклеивается вот эта часть с подшипником, то если здесь будет что-то намертво, то тогда получается будет тяжелоразборная система. Вот здесь просто подъем. Вот. Винт, там железочка, вот если видно. Вот, прижимается, почему это лучше приклеить. Еще во время работы я заметил, что вот слишком большая вот эта вот площадка такая за подшипником. Как-то способствует тому, что здесь вот мусор собирается. Мне кажется, что здесь лучше было бы вот эту вот пластмассовую часть. Так зарезать вот так вот тоже отсюда под углом вот так вот, чтобы за подшипником не было никакой стенки. Здесь вот у меня пылесос так работает, и он будет отсасывать лучше пыль. Ну, мне так, я не знаю, но мне показалось, что в этом какая-то сложность. Когда будете делать, обратите на это внимание. Все.